Всем привет, дорогие друзья! У нас запускается каскадерская серия в GTA, но перед началом гона хотел бы порекомендовать канал моего знакомого The Epic Gamer. Ссылочка будет в описании, снимает он летсплей на очень смешные и интересные игры. Советую заглянуть. Ну что же, давайте выбирать тачку. Ой, это моя тачка, да? Мне нужна самая быстрая тачка, которая только есть в GTA. Ага, моя тачка. Так, костюм. Ух ты! Че за укротитель тигров, ёпте, вы что, издеваетесь, что ли? Ну ладно, давай красненький. Во, все, чпоки-чпоки, ваша ставка, нахер без ставок, все, готов к игре. Готов, мать вашу, я по GTA уже скучал, нахрен, не знаю, две или неделю, я не помню, много я скучал, короче, и наконец-то мы начинаем. Друзья, обязательно влепили по лайку, чтобы было еще больше и круче GTA. Ну что ж, поехали. Как и просили, рампы или как его там, каскадерский. Блин, а как они так стартанули-то быстро? Охерели, что ли? А, тут таранить друг друга нельзя. О, что за жесть? Я в первый раз в такой гонке играю. Я чувствую, будет очень весело. Ну, очень-очень весело будет. Так. Набираем скорость. Ускоритель срабатывает. Пошла жара, так я по полосе ориентируюсь. Да... Ёпти! Ёпти, у меня монитор 27 дюймов. У меня сейчас такое творится. Я представляю, если со шлемом виртуальной реальности игра здесь просто будет... Чума! Не, нормально все. Нормально, вообще спокуха, кстати. Давай, жги, дружище. Так, отлично. Заворачиваем, только главное не въебаться никуда, блин, я... Ой-ой-ой-ой, какая напруга-то идет. Я ж почти в жопе еду. Хотя нет, там сзади еще полно чуваков. Эй, давай. Воу, как я с дрифтом-то зашел и даже не протаранил ничего, но потерял позицию, да. Слишком сильно я сбросил скорость. У меня была дороже тачка. А что не сигналит? У меня вообще горн, как у КамАЗа. Слушайте, расходитесь нахрен. Я вообще всех побеждать буду. Ох, как же я теперь хочу победить в этой гонке. Как же тяжело дается расставание с GTA на столь длительное время, друзья. Ох, отлично. Какая же она сочная, а? Уровень здоровья у меня повысился. Чем больше на тачке так прыгать буду, тем крепче мой парень станет. Так, ну что же, что не убивает, делает нас сильнее, как говорится. Ну, прыжочек, кстати, не такой уж и крутой, как ожидалось. Ох, я чувствую, самая жара будет дальше. Я очень, на самом деле, нервничаю, когда в первый раз играю в какие-либо режимы. Все, что для меня новое, ну, сами понимаете, все новое, но страшное. Ух ты, ух ты, ух ты. Блин, знаете, что супер? Что нельзя друг друга таранить. С одной стороны. А с другой стороны, это дало бы очень много фана. К сожалению, его не будет. Так, что, второй круг, что ли? Так, ориентируемся по линии, блин. Давай. Второй круг, что ли, пошел? Ёпти, через стадион летящий будем! Ложись! Офигенчик! Это рэпчик, чувак! Погнали, ребятушки! Ха-ха, я его забибикаю! Так, ох, нихера себе, унесло-то! Розового! Так, вот здесь вот сейчас главное скорость скинуть. Нет, нормально, захожу даже! Блин, какая же у меня охеренная машина все-таки. Я не стал брать другие, моя с нормальным показателем. Очень хорошо. Или они все-таки равняются, может быть, кстати говоря. Уж подозрительно все одинаково едут. Ух, когда же эта гонка закончится? Если честно, я просто сейчас, ну реально, в таком напряжении. Я очень боюсь проиграть. Но я не как бы лидирую, но... Шестое место не последнее же. С учетом, что здесь я в первый раз, и я даже не знал, какую машину выбирать. Охереть, вот это прыжок веры. Погнали, брателла. Так, давай, сейчас главное выровняться, все по центру. По этой линии едем, никуда не заворачивай, чтобы не занесло. Главное, ёптую, налево-то. Фух, у меня сердце в пятки уходит, тут 4 ускорителя целых, ах, 5. Главное, в сторону никуда не взлететь, не слететь, не съехать. Так, отлично. Ох, меня преследуют, блин. Меня сейчас могут сделать седьмым. Дружище, а у тебя такая же тачка, как у меня. Куда же ты поехал-то? По-любому читы какие-то вел, засранец.
А ну стоять, нахрен, блин, вот только бы не занесло. Так, все нормально. Все нормально, таки трамплин уже проходил, ничего страшного, да? Скажи да. Да. Отлично. Ой, уже финишировали. Блин, лететь, колотить. Меня все-таки на седьмую позицию столкнули. Фу. Вот это напряженочка была. Вот это было прикольно, друзья. Нормальный такой разогрев, чтобы серия GTA на неделю у нас пошла прям вообще шикарненько. Давайте влепим по лайку, палец вверх, вам же не жалко. Ну всего-то там раз запустились, нажали, все запустили. Всем приятно, все хорошо и продолжаем играть. Ну что ж, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Подписываемся, ставим лайк. Пока, друзья!